получается конденсационный котел. Я так понимаю, это уже не новинка, это уже хорошо всем известный котел. Да, он уже давно продается. Ульфа, если честно, не сталкивался с ним. Вот, смотрите, МГБ 28 или 35. Бывает мощность 28-35 кВт, одноконтурный и двухконтурный. Котел оборудован частотным насосом. Грунфус, да? Да, Грунфус. Частота насоса управляется по датчику, подающей обратной воды, в зависимости от выбранной дельты. Здесь у нас забирается воздух, дальше он смешивается с газом. Полное смешение обеспечивает нам частотный вентилятор, поступает на горелку. Дымовые газы, происходит горение, дымовые газы спускаются вниз по тепломиннику. Силуминовый тепломинник. Силуминовый, давайте так, это не силумин, а сплав. Алюминий, кремний, титан. Да, он более сложен. Вот. Соответственно, спускается вниз по тепломиннику, остывает до точки росы, отдает свое тепло, стекая по телу тепломинника, попадает в поддон и удаляется с помощью сифона. А дымовые газы разворачиваются и удаляются. Как организовано удаление конденсата вот из коаксиальной самой трубы? Некоторые производители делают здесь некий желобок еще. Нет. Делается очень просто, всегда уклон в котел. И самое главное, наверху не ставят никаких козырьков. Все уклон в котел, все, что если течет, течет в него. Отдельно отводится конденсат, если у нас каскадная система. Тогда предотвратить, чтобы в один все не текло, вешается отдельный сифон. Ну, здесь получается, скажем так, по стандартам допускается удаление конденсата в канализацию. Да, да. Стандарт очень простой. Если вы удаляете количество конденсата... Там до 100 кВт, по-моему. Ну и по количеству, такое, да. Правило такое, что если у вас объем источник вод примерно в 25 раз больше, чем конденсата, вам не требуется это. Потому что достаточно много источника воды, это все перемешивается, и не требуется, соответственно, дополнительные электрические устройства. Датчики там, контроля минимального давления. Любой завод, это сборка. Мы поставляем гидроблок в компанию «Грунфус». Полностью гидроблок? Да, конечно. Грунфус, насос, все вот это, аппаратура, все это. Грунфус, только что? Грунфусная версия, одноконтурная, уже оборудована трехходовичком. То есть вам надо только что подключить датчик, подключить бойлер, и котел будет работать. Да, косвенный газ. Что у нас еще? Обязательно мы контролируем температуру дымового газа, здесь есть датчик. И мы можем даже программно посмотреть, а какая температура дымового газа сейчас. Она всегда примерно равна температуре обратной воды. То есть, если мы работаем в режиме 60-40, то дымовые газы будут 40-45. Примерно вот так. Ничего не помешает. Нет, ничего не помешает, да. Ну, а здесь, в принципе, все просто. Здесь, да. Включить-выключить, плюс-минус, сброс ошибки информация. Да, да. Вход в сервисный режим, здесь очень много сервисных функций. А, плюс он у нас может каскадироваться. Давление в системе только электронный манометр. Электронный манометр, но у нас непростой. Вот этот датчик подключен к мозгам. И если у нас низкое давление, он выдаст ошибку. Если вы дополните, он выключит. Но он и датчик, скажем так, минимального давления, и манометр. И датчик максимального давления. Если у нас, допустим, бак давно не проверяли, что у вас вообще происходит? Подрывается простой клапан. Да. Здесь этого не произойдет. Как только он течет в районе 3 атмосфер, он заглушит горелку. И не даст ему подорваться. Ну, хорошо. А если хозяин не закрыл кран подпитки, то он ничего не сделает. Не, ну это я шучу.